22 мая совет старшеклассников при управлении образования города Каспийска посетил коррекционную школу номер 10. Члены объединения провели сбор канцелярии в своих образовательных учреждениях, а после отправились к ребятам и подарили им подарки. Школьники были рады такому презенту и получили море положительных эмоций. Помимо этого, члены совета пообщались с детьми и поиграли с ними в настольные игры. Как отмечают педагоги коррекционной школы, такое внимание очень дорого и ценно для их подопечных. Отметим, что совет школьных министров посещает данную школу уже во второй раз и планирует проводить подобные акции в дальнейшем.